Написать правильно иероглифы или по-японски канзи – целое искусство. За один мастер-класс этому не научишься, но попробовать стоит, особенно если предлагают сделать это бесплатно. Один такой мастер-класс или воркшоп «Осознанное творчество» прошел в уютной татами-зоне Дворца книги. Участники писали японский иероглиф, обозначающий счастье и удачу. Сначала тушью на бумаге, а потом акриловыми красками на хлопковой эко-сумке. Провела воркшоп куратор клуба японской каллиграфии Сумитаками Любовь Челикова, которая почти 10 лет увлекается японской культурой, изучает язык, преподает айкидо и 3 раза побывала в Японии. Если изучаешь японский язык, то каллиграфия, она очень тесно с ним связана и дает более глубокое понимание японской эстетики, языка, потому что мы пишем иероглифы, то есть знаки, которыми пользуются при письме японцы. Клуб японской каллиграфии «Сумитаками» работает несколько лет на базе Центра японской культуры Дворца книги. В нем занимаются не только дети, но и взрослые, в том числе пенсионного возраста. Мы занимаемся изучением японской культуры, занимаемся культурным обменом России и Японии. Также мы изучаем язык, занимаемся японской каллиграфией, читаем мангу, смотрим аниме, занимаемся объединением нашей молодежи, вовлеченной в японскую культуру. Ирина Антонова, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.